what you said you didn't receive. What you said you didn't need. That girl is a real crowd, please. Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами Полтрия 2, и да, сегодня мы с вами продолжаем играть в Hello Neighbor Mod Kit, и это у нас мод от крипового человека, да, тот самый, который сделал тот давнешний уже мод, от которого меня дико бомбило, и, кстати говоря, не только у меня. В общем, да, это от него мод, называется он «Маленький дом», и я уже что-то вижу, что это будет хорошо. В общем, у нас там ворона находится, вот она. Кстати говоря, походу это какая-то вот традиция у него делать в своих модах ворону. То есть, серьезно, какой мод я у него не играл, у него там везде есть какая-то ворона, которая вечно орет и мешает. По крайней мере, такое было и в прошлом моде. Так, а что за фигня? Какого хрена? Ладно, неважно, все, насрать. Так, пошли, пошли. Чё-то мне кажется, что это уже будет что-то хорошее. Ну, естественно, с сарказмом говорю. Но я надеюсь, что, конечно, я ошибаюсь, это будет, ну, что-то более-менее хорошее, реально. Еба. Ладно, чувствую, я все-таки правильно сказал, что сарказмом это. Я там, кстати говоря, уже вижу Арнольда. Здорово, Арнольд. Вернее, да, Арнольд, да, Арнольд, неважно. Чувствую, я не зря сказал это с сарказмом. По-любому. Так. А прикинь, а окон-то нету. В смысле, как? Да уйди ты уже. О! Нет, автор, ты, конечно, молодец, что вставил музыку из Unreal Alpha 3 на гитару, но, как бы, понимаешь, она вообще-то на пианино играется. Ну ладно, хорошо. Так, выходи. А, понятно. Здорово, братан. Давай, иди сюда. Выходи. Выйди. На. Все, до свидания. Закрой. 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 Я сказал закрой. Да закрой. Какие ж тут узкие. Это все-таки коридоры, ё-моё. Да открой ты этот последний. Ничего там нет. Скотин, все равно не понимаю. Сразу претензия. Очень узкие коридоры. Очень узкие коридоры. Здорово, братан. Давай, 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 шевели болками. Рядовой куча. Все, до свидания. Те, кто понял отсылку, молодцы. Так, а теперь закрой дверь. Закрой дверь. Все, отлично, молодец, молодец. Да твою ж мать. Да что за... Я вот говорю, автор, зачем делать настолько узкие коридоры? Вот я сейчас мог бы от него убежать, если были бы нормальные коридоры. Да, конечно, молодец, что ты там сделал сам свой дом, а не взял просто модельку. Молодец, уважаю, но... Дело-то в другом. Если ты уж собрался делать как бы, ну, свою модель дома, то извини, но делай как бы нормально. Йо, не вот с такими коридорами. Ладно, хорошо. Да пролезть ты можешь. Да ё-моё. Так, нет, я не собираюсь терпеть, если ты просто берущий полетать с помощью гаста. Это иначе вечно будет. Это реально, я иначе вообще не проберусь туда. Здорово, братан, все, пока я вниз пошел. Ну, я говорю, это иначе все, это иначе, ну, никак. Вообще нормально не закончится. Я тебе прям говорю, я тебе прям кричу, поэтому я сразу так беру. Где этот проход? Где проход этот, ё-моё? Ебан. Ты сделал такую огромную территорию. В чем проблема была сделать нормальные проходы? Скажи мне, пожалуйста, автор. Вот в чем была проблема? Здорово. Надеюсь, ты дверь не откроешь. Так, все, здесь продолжаем. Какие же тут все-таки реально очень узкие коридоры и комнаты тоже. Ты же сделал такое огромное, блин, пространство. Зачем делать такие узкие-то коридоры? Как вот здесь сейчас тогда будет? Ой-ой-ой, так ладно. Блять! Что ты пугаешь? Так, сейчас опять с помощью гаста, потому что иначе это вообще не это. Нормально никогда не кончится. Не, ну просто смотри, вот сейчас я просто прилечу сейчас в этот дом, и ты просто увидишь, насколько тут... Да иди ты вон, смотри. Вот я залетаю. Вот тут столько пространства, огроменного пространства. Неужели нельзя было сделать нормальный коридор? Или, и нормальный по величине комнаты? Неужели нужно было сделать обязательно вот такие вот
узкие. Ну ё-моё. Можешь было сделать нормальные по величине. Нет, нужно сделать какие-то узкие, непонятные. О, зеленый крюс, смотри, я нашел. Все отлично. Так, до свидания. Короче, все. Вот здесь, в принципе, можно уже его включать, потому что, ну все, в принципе, тут что-то более-менее нормальное. Ой, еще и вторая тлубанная ворота. Сейчас опять будет по мозгам мне долбить. Заткнись. Понятно. О, подвал. Капец. Неужели до подвала дошли? Так. Это типа рулон туалетной бумаги. Что-то какой-то слишком здоровый. Ну ладно. А это что за комната? И почему я не могу открыть ее? А, угу. Я вас понял. Где это? Где оно самое? Ладно, телевизор тоже сойдет. Да зачем ты его кинул-то, ё-моё? Я же его хотел вот так сделать. Я, кстати, уже, говоря, вижу эту тень. А... Подожди, мне просто вот интересно. Там же как-то, наверное, нужно по-другому пробовать. Нет, блин! Я должен здесь-то как-то открыть. Ебануться. Автор, можно вопрос? Ну такой просто маленький. Как, извините, я должен был сюда, ну, пробраться, что ли? Ну, типа, я должен что-то несколько раз кидануть этот телевизор со всей силы или что? Я просто не знаю. Вот так то есть должен сделать или еще? Ну а что, оно что-то, если честно, как-то вообще особо не двигается. Ну давай все равно. Ладно, хорошо, давай пробуем, давай. Еще раз. Ну только ну хотя, в принципе, ладно, в принципе, может и получится, давай попробуем. Окей, почему бы и нет, где телевизор? Хорошо, но я не думаю, что это получится. Ну давай, в принципе, попробуем. О! Слышу, что-то реально получается. Окей, ладно, возможно, ладно, хорошо. Я думал, что это будет сложнее. О! Все, отлично. Ладно, хорошо, беру слово обратно, в принципе, это может сделать. Все, окей. Но вот насчет узких коридоров, это просто вот главный минус этого мода, по-любому. Ебануться, ладно, так. Как в этом бардаке вообще что-либо искать, вообще не понимаю. Там что-нибудь есть? Нет, ничего нет. Что-нибудь есть? Нет. А тут вообще что-нибудь есть? Нет. Блядь, коробка еще, ё-моё. Ушла вон отсюда. Может, на шкафу что-нибудь есть? Это еще мешает, блин. Ты еще не пропрыгнешь, да ё-моё. Чем такие маленькие пространства это делать, ё-моё. А извините, в этой комнате вообще есть что-нибудь? И она просто пустая. Ну, потому что пока что я вообще ничего не вижу. Ну погодь, ну не может быть. О! Здорово, братан! А ты что тут делаешь? Вот, я же говорю, что не просто так эта комната здесь находится. Так, пошла вон отсюда. Коробка. Коробка, сука, не зли меня, пожалуйста. Я же могу сделать вот так вот. Так, отлично, все, открыли, нам осталось тут ключ-карта. Понятия не имею, где она может быть. Давай на эту комнату про... Ебать, что это вертело-то? Завертело... Подожди, стой. А вот и ключ-карт. Здорово, ключ-карт. Возьми ключ-карт, пожалуйста. Возьми ключ-карт. Я сказал, возьми ключ-карт. Возьми ключ-карт. Возьми ключ. Взять ключ-карт. Все, отлично. Так. Теревок. Идем сюда. Открываем. Заходим. Опять какая-то дичь происходит, я уже не обращаю на нее внимания. Все, то есть на этом конец мода. Чё я хочу сказать? Нет, ну этот мод уже нормальный, в отличие от того мода, который был вообще каким-то диким трешаком. Но, ну, главная проблема в этом моде, это то, что очень тесный дом. То есть, серьезно, ты сделал дом с таким нормальным пространством, но при этом ты сделал почему-то очень тесные коридоры и комнаты. Типа, для чего это делать?
И очень низкие потолки, типа, реально, для чего делать? У тебя же там огромная территория, Томми. То есть это непонятно. В общем, да, с вами был Apple 3A2. И мы с вами играли в мод на Halloween Promote Kit. И всем пока.